Лёш, ну, счет на табло, да, по цифрам все понятно. Вот давай попытаемся найти сегодня в игре Пеника что-то позитивное. Вот что-то было или только негатив? Ну, позитивное мы смотрели, как играют ребята, получали удовольствие от хоккея, я думаю, как зрители. Мы, конечно, сегодня не смогли, к сожалению, ничего противопоставить по существу. Вот сейчас анализируем, что будем делать. Но ребята молодцы, надо отдать должное. Сегодня их день. Мы делаем выводы, готовимся к завтрашней игре. Моральное состояние команды сейчас как? Обсуждаем, думаем, анализируем. Что тут сейчас сказать? 4-15 – это очень много. Хватит времени, чтобы забыть эту игру, да, и на вторую игру выйти с нуля? Мы уже забыли. Уже забыли, мы думаем, что будем делать завтра. Последний вопрос. Главная ошибка сегодня какая, Пеника? Главная. Ух, их было так много, очень сложно сказать. Но, наверное, мы понимали, что львы очень сильные, но не поняли, насколько. Вот сегодня они нам показали, будем их исправляться.